Цветочной симфонии под крышкой рояля. В поселке Управленческий появился удивительный музыкальный инструмент. Рояль привлекает внимание и прохожих, и проезжающих мимо автомобилистов. Несмотря на то, что фигура еще не закончена, все уже стремятся запечатлеть себя на ее фоне. При виде этого рояля сразу хочется нажать на клавиши. Но они, конечно же, не настоящие, а декоративные. Но если сейчас цветочный рояль молчит, то в будущем, по задумке авторов проекта, он зазвучит классической музыкой. Идея создать цветочный инструмент принадлежит владельцу пекарни и кафе Эдуарду Галстяну. Он живет в поселке уже четверть века. На радость жителям мужчина за свой счет создает цветочную площадку и сам же обещает за ней ухаживать. На вопрос, а почему же все-таки рояль, отвечает, так красиво же, а красота спасет мир. Чем больше мы красоту создадим, я думаю, тем больше наш молодежь будет правильно вести себя и правильно ухаживать все остальное. В поселке появились еще две объемные фигуры – два обручальных кольца у ЗАГСа и мяч у стадиона. В этом году, по словам местных властей, количество цветников увеличилось в два раза. Расцвели даже газоны вдоль дорог. У нас поэтому новые инновационные методы применяются, озеленения такие, как объемные фигуры, ракарии, альпинарии. Ракарии – это цветочные композиции с использованием дикого природного камня, где высаживаются определенные виды растений, но тоже они достаточно интересные. В этом году цветочные ароматы слышны по всему городу. В рамках программы, принятой по инициативе главы города Олега Фурсова, на самарских улицах высадят на четверть цветов больше, чем в прошлом. В том числе и на средства предпринимателей. Объемные цветочные фигуры появятся и в других районах города. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.